Ну что же, друзья, здравствуйте! И снова вместе с вами в этот прекрасный понедельник наши передачи. И снова мы, Майкл и Джордж. И 26 этаж, бизнес-центр Монарх. Майкл, это твоя фраза обычно. Моя фраза, но ну что же, я сказал. По традиции мы расскажем, какие знаменательные события произошли 4 ноября 2013 года. И, конечно же, сегодня праздник, День народного единства, День всех воинской славы, День Казанской Божьей Матери. Короче, тройной праздник у нас в России, тройной повод отдохнуть. Но между тем, не отчаивайтесь, остальные наши телезрители. В Украине сегодня празднуют День железнодорожника, День социального работника, а в Казахстане не празднуют ничего. Ничего не празднуют. Ничего, но мы готовы, я уверен, что наши менеджеры и консультанты готовы присоединиться и к россиянам, и к украинцам в этот приятный и прекрасный день. Новости из Панамы. В Панаме, знаешь, какой сегодня праздник? День флага. А ты знаешь, какой флаг в Панаме? Без понятия вообще. Я не знаю. Ну хорошо. Ну что же, я думаю, это не самое важное, что бы хотелось отметить. Потому что вообще происходили очень интересные события в этот день, 4 ноября, самого разного года. И некоторых из них мы сейчас вам осветим. Какие будем освещать с тобой? До 19 века, 20-й, 20 или 19-й? Вот, пожалуй, самое интересное, это то, что в 1493 году, в этот день, экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа. Окей, в 1576 году в ходе 80-летней войны испанские войска захватывают Антверпен. А в 1815 в Берлине во время официального обеда российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III объявляют о помолвке царевича Николая, будущего императора Николая и прусской принцессы Шарлотты. В 90-м году в Англии, 1890 год, открывается первое метро. Электрическая, да, подземная дорога. Это невероятно классно. Во многих городах России, Казахстана и Украины сейчас пользуются этим удобным и демократичным, и приятным видом транспорта. Ну, по поводу приятности я бы... Я думаю, что это гораздо лучше, чем пешком проделывать это, путь в 15 километров. Как правило, относительно, да, конечно же, пешком это не вариант, но в метро, знаешь, иногда они тоже прям... Ну и что ж, давай какое-нибудь финальное, такое приятненькое что-нибудь скажем, что в этот день... В 1952 году, закончу приятным воспоминанием, скажем так, из Англии, королева Великобритании Елизавета II, занявшая трон после своего отца, впервые открывает заседание английского парламента. Окей. Может, у нас есть какая-нибудь новость из Швейцарии? Швейцария. Не затерялась ли? Ну, если нет... Яйца харабина, это не что такое, ничего не швейцарское? Яйца харабин нет, это Израиль. Ну что же, дорогие телезрители, у нас 46-я неделя близится к своему началу. Сейчас у нас ассамблея 45-й недели, остается совсем-совсем чуть-чуть до финального большого пуш-периода 2013 года. Пуш-периода, который у нас стартовал не так давно, 3 года назад, мы решили сделать неделю в честь нашего президента Глена Дрейка и объявили это 46-й неделе, когда все мы должны активизироваться и показать выдающиеся результаты. По секрету тебе скажу, Джордж, это лучшая неделя в каждом году, самая сильная, самая насыщенная, самая интересная, самая динамичная, потому что программа длится всего одну неделю, поэтому надо быть максимально подготовленным для того, чтобы в течение одной недели разместить все заказы, провести все презентации, а мы хотим, чтобы наши лидеры проводили как минимум 3 презентации в неделю для того, чтобы достичь выдающихся результатов и, конечно же, заработать подарки, которые мы для вас подготовили. И что же, я думаю, вы сейчас уже на ассамблее в дистрибьюторном центре утром смогли увидеть запуск этой программы. И сегодня мы хотим вкратце напомнить, и запустить для вас основные моменты, на которые стоит уделить внимание. Конечно же, мы расскажем вам про ключевые изделия, которые мы подготовили для вас в этой программе. Начнем мы по традиции с активности, правильно, Джон? А я думаю, мы начнем даже не с активности, покажем, что красивого у нас есть, какой печатный материал мы подготовили для того, чтобы могли поработать с гостями и со своими гостями в первую очередь.
показать им, какие спецпредложения готовы показать вы им и презентовать им от лица компании. Ну и, конечно же, это вот моя листовочка и у Майкла листовка, которая расскажет вам, дорогие менеджеры и консультанты, что же вы получите в подарок за ваши достижения. Давай, раз уж мы начали с печатных материалов, как ты уже сказал, Швейцария. Да, тема нашей сорокшестой недели – это швейцарские недели, недели высшей пробы. Чем же отличается Швейцария от остального мира? Конечно же, по устоявшейся традиции, это качество. Да, Швейцария ассоциируется с качеством. Швейцария ассоциируется с надежностью. С надежностью. Банки, часы, сыр, горы, Альпы. Красота, все очень красивая природа. Фундаментально, все хорошо, интересно, красиво, надежно. Швейцария ассоциируется, думаю, с независимостью, с нейтралитетом. Можем долго прочитать отличие от Швейцарии. Швейцария, она у нас ассоциируется со вкусом. Со вкусом, жизни. Да. В Швейцарии у нас много различных, как сказать, населений, да? Населений. Языков. Языков. Английский, французский, немецкий. Ретро-романский и итальянский. Итальянский. Поэтому мы подготовили всевозможные рецепты, которые готовят в Швейцарии для того, чтобы удовлетворить все вкусы всех народов мира, которые каким-то образом попадают в Швейцарию. Ну что ж, Швейцария — это еще и горнолыжный рай, и об этом неплохо вспомнить перед стартом горнолыжного сезона и в России, и в Украине, и в Казахстане. В общем-то, да. Ну что ж, начнем с чего? Начнем, пожалуй, с наших предложений. Да, для консультантов и менеджеров. Консультантов и менеджеров. Ну раз уж мы... Я два раза пытался начать. Давай, тогда начнем. Начнем, да. Предложение у нас недели высшей пробы, как мы уже сказали. Вот такая у нас интересная листовка, где вы найдете, помимо всех подарков, которые ожидают вас на неделе номер 46, вот такие красочные у нас подарки. Здесь у нас даже светился наш бренд-шеф-повар Александр Алексашин, который рекомендует вам изделие, о котором вы узнаете чуть позже, когда получите листовки. На обратной стороне есть мониторинг результатов. 7 дней активной работы, где вы можете записывать ваши выдающиеся достижения каждый день и в итоге получить ту цель, на которую вы себе поставили задачу выйти. Итак, ключевые изделия, какие же мы вам подготовили? Естественно, у нас будет интересное изделие за активность. Подарок за активность на этой неделе. Что это значит? Это значит, надо разместить квалификационный заказ. И в этом случае вы получите инновационное изделие от компании Tupperware. Это тапперпресс, кулинарный тапперпресс вот с такой замечательной книгой. Для чего же он нужен? Для того, чтобы вы могли создавать кулинарные шедевры. Не просто, допустим, вы приготовили салат оливье, да, и положили его ложкой из миски на стол. Вы можете формировать свою собственную архитектуру на тарелке, вот как здесь, допустим, представлено, да, придавив прессом, сделав определенную форму, при этом можете заморозить ваш салат, вы можете приготовить полента сюрприз, вы можете сделать крамбел, вы можете сделать мусс из ветчины с соломкой из цукини и многое-многое-многое другое. Формируйте. Начинаю кулинарно заводиться. Да, я вообще за то, чтобы, знаешь, Джош, у нас сейчас традиции, да, в России есть, когда на празднике мы что делаем? Приносим кучу больших мисок салатов, там, огромную банку котлет, там, мясо, да, и каждый себе там пытается что-то достать, вытащить, сам формирует себе свою тарелку. Да. Я считаю, что когда хозяйка индивидуально сервирует каждую тарелку, да, каждому принесет вот в таком таппер-прессе свою индивидуальную порцию, даже того же салата оливье, который у нас в прессе здесь есть, который вы можете утрамбовать вот в такой форме, он будет, положит его на стол, положит тебе вилочку с ложечкой, ты это будешь употреблять. Я думаю, что это очень красиво, эстетично, и мы должны к этому стремиться. Реально вкусно. Я правильно понял, Майкл, что наш таппер-пресс, кулинарный таппер-пресс, это некая реинкарнация нашего чудеснейшего изделия таппер-башни. Да, Джон, ты все абсолютно правильно понял. Формате. Да. Все те же характеристики, как ты уже правильно заметил, у нас есть и пресс, которым вы можете двумя пальцами выдавить те ингредиенты, которые вы положили сюда в тапер башню, да, в прямоугольной форме, да, у нас есть формировочный пресс, где вы можете, чем вы можете нарезать, например, хлеб для того, чтобы сделать бутерброды, сэндвичи, и также вы можете с помощью специального пресса утрамбовать.
Ну что же, это просто невероятное изделие. И для того, чтобы получить и стать одним из первых обладателей во всем мире этого изделия, а плюс кулинарного сборника кулинарных рецептов для него, нам необходимо лишь разместить квалификационный заказ на неделе 46. Супер. Следующее изделие, на котором я очень хотел остановиться, это изделие также вы получите в подарок, всего лишь разместив 3 квалификационные презентации. Вот такой набор охлаждающих лотков в потрясающем розовом цвете, насыщенном, таком приятном, женском, я бы сказал, таком цвете, где вы можете хранить ваши кулинарные шедевры, либо подготовиться к зиме и, например, заморозить зелень, овощи, какие-то фрукты, которые вы собрали у себя на грядке, а потом зимой уже добавлять это в супы или в другие ингредиенты, или просто ягоды можете есть зимой, наслаждаясь летним вкусом. Прекрасно смотрится, и на самом деле он дополняет все предыдущие коллекции, которые мы запускали, у нас очень много цветных охлаждающих лотков, и просто изделий в розовом цвете, которые мы запускали, термостаканы, и измельчители турбо, и миски-матрешки, и сэндвич-киперы, разные ланчбоксы. То есть мы продолжаем расширять коллекцию розовых изделий. Я думаю, что это будет интересное, и уверен, что это будет интересное дополнение всех остальных коллекций, которые мы уже продавали. Итак, набор состоит из охлаждающего лотка 1,3 литра, двух лотков 800 литров и двух лотков 400 миллилитров. Совсем немного. Джордж, я думаю, у нас будет еще целый выпуск нашего «Бодрого понедельника», где мы сможем рассказать про остальные подарки, не менее интересные сертификаты, которые ждут наших лидеров на высоких уровнях, не менее интересные предложения, которые ждут наших лидеров за размещение 6 квалификационных презентаций, 12, я думаю, что это будет тема нашего следующего выпуска. Пока что давай перейдем к... Я бы единственное, что еще напомнил, что следующая наша ассамблея состоится 11 ноября. И всем гостям ассамблеи, которые придут в дистрибьюторные центры, будет чудесный подарок. Изделие Микромиллион в оранжевом, бодром таком цвете. Мини-миллион, я прошу прощения. Объем 600 миллилитров. Всем гостям ассамблеи, поэтому приходите обязательно на ассамблею, получите следующее ассамблее 11 ноября. Изделие. Что ж, естественно, мы вас порадовали. И знаешь, Майкл, я хочу еще одну завесу. Мне просто, я влюбился практически в этот набор с первого взгляда. Ага. Несмотря на то, что он будет не на следующем уровне, не на после трех, как наши замечательные охлаждающие лотки. Хочешь еще подарок? Да, но я хочу показать его в первую очередь. И показать. У нас близится же новогодний праздник. Интригу ты решил убить? Ну, у нас же будет, как ты сам сказал, еще множество разных изделий, предложений для консультантов. Ладно, я покажу одну часть изделия этого набора. И для того, чтобы заинтриговать вас далее, расскажем следующее. Совсем скоро близятся новогодние праздники. Ага. А новогодние праздники – это подарки, естественно, всем нашим консультантам, всем нашим менеджерам хочется сделать приятное не только себе, но и сделать приятное себе путем акта дарения. Да, акта дарения, так я сложно выразился, но тем не менее, все знают, что дарить – это тоже удовольствие. И, естественно, у вас есть желание... Акт обычно доставляет удовольствие. Да, вот так вот. А что значит неоцензурированный эфир, Майкл? К чему приводит нецензурированный эфир? Мне бы хотелось показать... В прямом эфире, Джордж, не можешь ожидать всего, чего угодно. Прекрасный набор. Набор для... Чего бы его назвать? Для микроволновой печи? Я думаю, что это такой набор, как мы его назвали, кстати. Надежный помощник. Это часть набора «Надежный помощник» на уровне 12 квалификационных презентаций. Ну да, в первую очередь он идет для микроволновой печи, для разогрева и для такого комфортного транспортировки. Это часть набора, это не весь набор. Весь набор вы можете увидеть на ассамблеях в вашем дистрибьюторном центре, где вам, конечно же, подарят следующий, и такую чудесную листовку. Бодрый понедельник. Ну, вот такой вот красивый набор я вам покажу сейчас в приятном, я не зря сказал про подарки для мужчин, приятном мужском таком цвете. То есть на Новый год мужчине, в принципе, можно подарить. Конечно. В восторге. Да, отличный... А еще оставить можно про запас на 23 февраля, если что. Да, на всякий случай. Отличный брендированный кейс. Тебе помочь? Супер, да, я думаю. Даже с красивой брендированной молнией. Такой, да, собачкой. В котором вы найдете, опять же, красивую, исполненную в мужском, строгом цвете, который, между тем, понравится любой девушке.
емкость для разогревания в микроволновой печи. А эту емкость прекрасно знакомы, знаете вы все опытные консультанты и не только, а уже знакомы с ней. Пару слов, может, скажешь, Аня Майкл? Да, конечно. Естественно, у нас эта емкость, посмотрите, она идеальна для такого... Небольшой сумки? Ну да, небольшой сумки, она легко помещается. Толщина изделия примерно 3,5 сантиметра. Клапан, конечно же, клапан для разогрева. Легко вы можете его закрыть, и также легко вы можете его открыть одним щелчком, для того, чтобы пар во время разогревания выходил нормально. Крышка герметичная. Естественно, у вас ничего не высыпется, не выльется, так что вы можете транспортировать даже относительно жидкие продукты, но лучше это делать по горизонтальному положению. Да. Удобный язычок на крышке, с помощью которого вы можете легко открыть крышку. И, конечно же, ручки, с помощью которых вы можете легко поставить изделие в микроволновую печь, также ее вынуть. Ножки на дне, как раз они способствуют лучшей циркуляции горячего воздуха под дном изделия, чтобы продукт прогревался снизу. Также вы можете найти здесь пиктограммы, да, вот так правильно если поставить. То есть здесь написано, что 2,5 чашки максимальный объем 600 мл. Да. Далее у нас есть ТАПово написано, что это изделие подходит для микроволновой печи, что это для продуктов питания. Ну и, соответственно, код изделия. Чудесное, красивейшее изделие в очень приятных цветах. Мне очень нравятся цвета такие, как розовый, зеленый, яркие, красивые, красочные. Но при этом все-таки иногда хочется дать чего-то брутального и при этом элегантного. Вот удивительное сочетание брутальности и элегантности в этом наборе надежный и помощник. Ты все подарки уже сказал, давай переходить к следующим. И следующее это то, лидерам, да, это... что мы сможем предложить гостям и хозяйкам. Да, начнем с хозяек. Конечно. В этот раз... Да, ты расскажешь, или я... Ну, я начну. А я продолжу. Да, в этот раз мы приготовили для хозяйки один подарок на уровне 500 условных единиц. Один подарок для наших хостес, и это зато новое изделие. Прекрасная форма Финансье. Новое изделие, которое можно чудесно дополнить книгой «Мини-микс», которую хозяйка при выходе и получении в подарок этой формы может получить в качестве дополнительного спецпредложения за половину цены кулинарного микса. Но помимо того, что мы хотим подарить наших хозяек красивыми подарками, естественно, мы хотим подарить нашей хозяйке, сделать нашей хозяйке и несколько специальных предложений. И этими специальными предложениями будут на определенном уровне красивые, летние, яркие изделия. Это будут наши... Чтобы я их назвал? Да, я жду. Стаканы очарования! Воу! Как-то получилось наиграно, мне кажется, немного. Что ж, стаканы очарования в красивом салатовом цвете, а предложение на лидерском уровне 500 условных единиц за месячное блюдо 6 литров в синем цвете. Вы можете спросить, неужели мой экран сейчас показывает искаженную картинку? Потому что мне кажется, что это блюдо немного сплющено. И на это ответим вам, нет. С вашим экраном все в порядке. Это изделие действительно имеет более сплющенную, если так можно выразиться. Можно сказать, широкую. Широкую, плоскую. Для того, чтобы вы могли замешивать ваше тесто комфортно и непринужденно. Оно более устойчиво. Да, оно более... Приспособлены, чтобы ручками тяжести, да. Все очень удобно в нем сделать. И наш бренд-шеф-повар, который уже использовал это изделие для приготовления своих рецептов, крайне рекомендовал его и желает всем вам, чтобы вы обязательно заполучили это изделие, приобретя его в качестве спецпредложения для хостес на уровне 500 условных единиц. Да, Джордж, я хочу добавить касательно предложений для наших хозяек. Если вы обратили внимание, что предложение сбалансировано. Почему оно сбалансировано, я вам объясню. Смотрите, это полноценный набор для хозяйки, где она может замесить тесто, приготовить финансе и потом насладиться приятными закусками, попивая чай или кофе из стаканов очарования. То есть полноценный набор получает наша хозяйка при выходе на лидерский уровень продаж, который у нас равен 500 условным единицам. Мне кажется, наши хозяйки будут крайне рады на 46-й неделе, но
для того, чтобы сделать их счастье еще более полным, мы подготовили для наших хозяек прекрасный конкурс для хостес. Каждые 10 лучших хостес в каждом дистрибьюторном центре получат в результате розыгрыша супер подарок. Конкурс. Супер подарок для 10 лучших хостес в дистрибьюторном центре. Набор контейнеров акваконтроля. Джош, немножко уточню, да? У нас в дистрибьюторном центре получит одна лучшая. Одна лучшая. 10 подарков получат лучшие хозяйки по результатам 46-й недели от дистрибьютора. Дистрибьютор подготовит интересные подарки для вас. Я уверен, что они будут не хуже, чем наборы акваконтроль, но наборы акваконтроль мы дарим от компании, конечно же, мы поощряем наших хозяек и желаем, чтобы каждая из вас, кто нас сейчас смотрит, стала лучше в своем дистрибьюторном центре. И в подарок мы дарим акваконтроле молочный микс. Прекрасная молочная тема, красивые очень коровки, буренки, нарисованы на этих известных вам уже акваконтролях. Прекрасные. Я понимаю, она сбилась немного. Нет, у нас ничего не сбилось. У нас все идет по плану. Да, молочный микс объемом 500 мл, 1,3 и 2,1. Вы это можете увидеть на развороте листовки. Набор акваконтроля молочный микс. Каждой хозяйке, лучшей хозяйке в дистрибьюторе. Продолжая тему альпийских лугов. Альпийских лугов, конечно же, сочного жирного молока, свежайшего и насыщенного. Вкусного шоколада. Вкусного шоколада, молочного. Молочные берега, кисельные берега, там молочные реки, молочные реки в Швейцарии. Пусть в каждом дистрибьюторном центре их будет больше. Но это еще не коров, все. Простили, молочных рек. Но это еще не все, потому что каждой лучшей хозяйки в регионе по результатам, конечно же, работы в 46-й неделе, да. Мы сделаем подарок, и этим подарком будет кастрюля от шефа объем 7,6 литров, которую разыграем здесь мы. 25 ноября. Поэтому не пропустите наш выпуск 25 ноября в 12 часов по Москве, Джош. Поэтому наш выпуск 25 ноября будет чуть раньше, поэтому тебе придется чуть пораньше встать. Так что мы должны приехать. Что ж, придется переехать в другую часовую зону. Мы с Джорджем с 8 утра, не покладая рук, трудимся на ваше благо для того, чтобы ваши изделия приходили вовремя и радовали ваших изделий на нашей презентации. Ну и главный приз, Джош, давай. Да, только для России. А только для России в День народного единства мы объявляем еще об одном призе для наших хозяек. Это беспрецедентная акция, на самом деле. Такого еще за всю историю работы в ТАПу я такого не помню, чтобы было. Да, и это будет подарок Weekend. Weekend. На двоих. В Швейцарии. Я уже пошел. Да. Я хочу начать. Я уже хочу проводить презентации. Не проводить, а принимать презентации как хозяин. Принимать и проводить. А еще потом стать консультантом и поехать в Швейцарию. Да. Ну что же, мы хотим напомнить, единственное, это подарок для хозяек. Это подарки все для хозяек. И поэтому консультанты в этой акции участвовать не могут. Да, это акция чисто для хозяек. Дорогие консультанты, для того, чтобы сделать счастливыми ваших близких девушек, женщин, подруг, обязательно проводите, расскажите об этой акции. Вы уже на 45-й неделе подготовьте красивую, мощную презентацию, Джош, которая принесет вам хорошие подарки, да. А хозяйке поездочку. Джош, ну наши гости уже томятся в искушении. Я думаю, тем что... более такое изделие, да, стоит. Я думаю, что большую часть мы специальные предложения осветим через эфир. Да, сегодня мы хотим вам показать уникальное, интереснейшее, просто инновационнейшее предложение для наших гостей домашних презентаций на 46-й неделе. Это набор... Это прекрасный набор «Неон». «Неон». Это набор, который... назван набор... в честь, мне кажется, вот так вот у нас назван в честь города Неон, швейцарского города. И одновременно обыгрываем тему неоновых огней, которые в Швейцарии. Еще это просто не он. Мира. Да, это еще это просто не он. Это не он, это изделие. Это Неон. Это Неон и в это разных, изделие. В разных языках народа данный город звучит по-разному. Я слышал, когда в Европе был, его звали Неон. Неон. Испанцы, наверное, говорят что-нибудь. Неон. Да, а японцы, наверное, просто так, знаешь, бежал. Неон.
Ну, мы его назвали «Неон». Мы назвали его «Неон». Тем более, это прекрасно сочетается, как я уже сказал, с неоновыми огнями. Да. Вы все знаете коллекцию «Элегантность». Она пользуется неизменным спросом в течение долгих-долгих лет. И вот сейчас мы приняли, пожалуй, это шедевр, решение входа в ее истории развития этой прекрасной коллекции. Только посмотрите, как может выглядеть ваша кухня. Это просто что-то потрясающее на фоне личного стола. Делает Джордж еще один набор. Смотрите, сервировка. Новогодняя сервировка, просто блеск. Я уверен, что у каждого гостя, который посетит домашнюю презентацию на 46-й неделе, домашнюю пати 46-й недели, ну, он просто обязан приобрести себе в коллекцию домашней посуды таповые, данный набор «Неон». «Неон». Это феноменальный прямо набор, в котором коллекция «Элегантность», как я сказал, уже получила новое развитие. Теперь это непрозрачные изделия. Это матовые, красивые, контрастные изделия, которые, я уверен, очень-очень вам понравятся. Черно-салатовый цвет. Черно-салатовый цвет. Это very trendy. Very trendy. Секси. Секси. Вот такой вот чудесный набор. Единственное ограничение, которое мы скажем, консультант может предлагать этот набор по достижению уровня 3 квалификационных презентаций. Получили в подарок прекрасное изделие для охлаждающих. И скорее на домашней презентации с изделиями «Неон». Я даже не знаю, мне кажется, уже все заполнено. Изделия таповые, как всегда, не бьются, не ломаются, только иногда падают. Джордж, у нас с тобой еще есть два напоминания, которые мы запустили в пятницу. Мне хотелось бы запомнить. Да, мы в пятницу запустили эти напоминания. Нам между нас есть. У нас есть напоминания, которые мы. Напоминания, предложения, которые мы запустили. Мы запустили в пятницу. Я хочу напомнить. Я хочу тоже. Что на 45-й неделе завершается программа по рекрутированию. Революция рекрутирования. Та самая программа. 6 рекрутов в группе. Та самая программа, в которой мы говорили, что рекруты – это архиважное направление в нашей деятельности. Я еще забыл кепочку одеть. Но, тем не менее, рекруты – это архиважное направление в нашей деятельности. Мы напоминаем, что подарками за рекрутирование в 43-й по 45-й неделе стал чудесный набор чаш Аркадия различного объема за 1-го, 2-го и 3-го рекрутов, за 6-го рекрута еще дополнение в качестве набора чаш пирамидка, вот таких чудесных, какой эфир подряд я показываю, это прекрасное движение, прекрасный набор за 6 рекрутов, его можно собрать. Ну и за выполнение цели группы, то есть за достижение 6 рекрутов на 43-45 неделе в подарок менеджеру изделие Ультра Про кокотница 6 литров, 1,8. 1,8 литров в шоколадном цвете. Тоже новая абсолютная коллекция в новом красивом цвете. Прямо, как я говорил в прошлом эфире, смотрится как будто шоколадный батончик, и кажется, что если откроешь ее, ты увидишь нугу, шоколад, орехи, в общем, сникерс как будто раздавал. А еще мы усиливаем 45-ю неделю. Да. Только на 45-й неделе, если вы приведете нового рекрута в дистрибьюторный центр, и он приобретет набор успеха в подарок, вы получите эксклюзивное инновационное изделие, которого еще не было, но все ждали так долго. Потому что в каталоге уже напечатали. Вуаля, оно появилось. Джордж, мы готовы его подарить за рекрута, которого вы приведете в дистрибьюторный центр. Только на 45-й неделе встречайте! Во славу Отечества! Новый ланчбокс от Никаса Сафронова и Тапуэ. Совместно с Тапуэ. Совместно с Тапуэ. Новый суперпроект Никаса Сафронова. Вы все видели его в нашем каталоге, почувствуйте тепло. Вы жаждали его, вы хотели его, но он был доступен для заказа только 45-й недели. Вы можете его получить самыми первыми в подарок. Более того, я скажу, что это подарок даже не за рекрут, а за консультанта. Достаточно лишь привести консультанта, дистрибьютора, ну, будущего своего будущего консультанта в дистрибьюторный центр. Он выкупит набор успеха. Как только он выкупит набор успеха. Ничего не прошел, не успел пройти ПНК, квалификации. Вы уже получаете новый ланчбокс и идете хвастаться самыми первыми, что он у вас есть. И только у вас. И больше не просто. И более того, вы уже знаете, с кем вы будете выполнять цель группы на неделе 46. Да. С новыми людьми. Ну и, конечно же, что, чтобы 45-я неделя, вы подготовились к 46-й неделе еще более прекрасно. Что нам необходимо для этого? Для этого необходимо назначать домашние презентации, назначать их уже сейчас.
Ну, а что нужно для того, чтобы не забыть про все эти домашние презентации, которые, все пари, которые у вас будут? Для того, чтобы у вас никогда ничего не пропадало из памяти, вам, естественно, необходим ежедневник. Инновационное предложение от компании Tapova. В этом ежедневнике вы найдете всю информацию о компании Tapova, вы найдете Fundamentals, вы найдете, где мы располагаемся в социальных сетях на оборотной стороне. Да, есть календарь, есть все программы, есть часы домашней презентации, комиссии, условия их получения. Ну и просто ежедневник красивый, стильный, интересный. Посмотрите, какой он плотный, Джордж. Прям ты прям преобразился с ним. Я думаю, что если ты будешь ходить по улице вместе с этим ежедневником и записывать туда какие-то интересные моменты, которые происходят. И главное, никогда не забудете посетить дистрибьюторный центр в понедельник на ассамблее. Специально для этого мы сделали отдельную сносочку в бодрые понедельные дни. Понедельничные дни. Да. И вот это вот чудесный бизнес-аксессуар, настоящий бизнес-леди, вы можете получить подарок от компании Tapova за выполнение простой квалификации, размещение квалификационного заказа на 45-й неделе. 45-я неделя, квалификационный заказ, и на 46-й вы уже предстаете перед своими гостями в образе настоящей профессионального консультанта, бизнес-леди. Мы знаем, что вы всегда прекрасно выглядите, но этот аксессуар действительно дополнит ваш потрясающий облик. Что ж, я хочу пожелать вам, чтобы вы обязательно заполучили этот чудесный ежедневник и вместе с ним прошествовали в 46-ю неделю, где вы сможете предложить своим гостям все эти прекрасные изделия и получить эти прекрасные подарки. Ну а продолжим мы 46-ю через обзор 46-й недели через неделю, 11 ноября, когда уже ажиотаж пойдет полным ходом. Сейчас уже неделя подготовки, да, потом останется у нас после эфира 2 дня, и неделя 46 стартует таким неостанавливаемым тепловозом. Тепловозом, мощным стартом, локомотивом. Одна неделя, квартала. Очень важная неделя, всем собраться, всем подготовиться и вперед. Ну что ж, Джош, по традиции мы продолжаем «Бодрый понедельник» нашей официальной рубрикой. И я хочу под бурные аплодисменты всех, кто присутствует в студии, пригласить сюда за наш стол бренд-шеф-повара Академии Tapova Александра Алексашина. Привет! Ну что ж, Александр, вижу, вы прям с переносной кухни. Все с собой ношу. Что ж, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я тоже, видите, сегодня в зеленом, подготовился. И сегодня я для вас, для всех, решил приготовить такой необычный такой рецепт. Сейчас уже ноябрь, но погода нас радует теплыми днями. Бабье лето! Да, продолжается. Добралось. Я знаю, что некоторые лидеры наши прекрасные ездили в такую страну, как Индия. Был такой? Был, да. Было. Да, совсем не так давно. Не так давно. Да. Данное событие нас с Джорджем обошло как-то стороной, но... Но мы это слышали. Мы слышали. В следующий раз мы все вместе втроем поедем в Индию. То есть мы в отпуск берем нога втроем. Вот. Что хотелось бы? Вспомнить вот эти летние дни и съесть кусочек мороженого. Но мороженого такого, что бодрящего, такого пикантного. И это будет как раз именно такое мороженое. Нам пригодится сгущенное молоко. Совсем немного. Да. Нам пригодится сухое молоко. Здесь вот оно у меня. Кардамон измельченный. Ох, даже так. Я тебя понимаю, почему ты говоришь. Да. Ох, пикантность. Мне очень нравится. И, наверное... Ну и, собственно, да. Формочки. Никто не забыл такие формочки. У нас были вот такие. Никто не забыт, ничто не забыто. Ничто не забыто, да. Сейчас хотел как раз ими воспользоваться. И для того, чтобы приготовить, нам необходимо, ну, во-первых, наверное, включить все-таки плиту. Странная, да, кстати, фраза. Для приготовления мороженого мы начнем, пожалуй, с разогрева плиты. Ну, я же сказал, что оно будет такое пикантное. И горячее. И горячее. Ставить сразу на максимум. Для начала нам нужно смешать обычное молоко со сгущенным. Очень быстрый рецепт.
и мороженое получается достаточно вкусным. Это просто вот вы кардамон понюхали, видимо. Вы в Индии просто еще не были, понимаете? Там везде кардамоном и карри пахнет. Вот, отлично. Сейчас вы поймете, в чем прикол. Так, это у нас сухое молоко, это, да? Сухое молоко, да. Смешиваем венчиком. Да, я могу помешать. Давай. Ну и, собственно... Как всегда, я мешаю, а Джош будет есть потом. Да? Вот так всегда. Ну, разделение ничего. Труда, что-то делать. Ну и, собственно, добавляем кардамон для... Пикантности. Для пикантности, да. Я, кстати, не так давно ел... халву индийскую. Да, она в корне отличается от нашей. С кардамоном тоже. Да, представляешь, там в состав входит кардамон. Она не сладкая, она острая. Не, она сладкая, но имеет вот насыщенный вот этот вкус кардамона, который... Кардамон, это, Саша, просвети несведущих. Это что такое вообще? Это такой корешок. Корешок, да, я знаю, что это корешок. Он только в Индии растет, или нет? Или у нас в Москве тоже растет? Вышел на улицу. В огород. Кардамончик накопал. Я когда с утра шел вот как раз на съемку, около Монарха нарвал кардамона. А, то есть, да, вообще. Да. Приезжайте к бизнес-центру, кардамончик рвается. И быстренько его. Вот смотрите, оно уже закипело. Загустевает. Ага, я чувствую, как оно мне становится тяжело уже. Да? Ну не тяжело, чтобы прям так, но уже нет легкости, да, будет. Все, и оно когда становится как сметана. Отключаем. Так она еще не совсем, да? Да. Прошу спросить нашего видеооператора, видно, что внутри все нормально, вот, да. Если я так говорю. Да. Вот. Джош пошел куда-то опять. А я его попросил полонечку нам принести, чтобы нам было. Мешать надо еще? Раз удобнее. Нет, все, можешь оставить. Нет, просто процесс увлекательный на самом деле. Что-то мешаю. Собственно, мороженое у вас уже готово, осталось только его охладить. Вот. Сейчас у нас Джош... Вот я доверил, не стал бы из его рук, да, вот сами. Почему? Сейчас он как нальет тебе на пальцы. Нет, зачем? Все, я не знаю, спасибо, зачем он это делает. Это не важно. Подостывшее мороженое мы разливаем по формочкам. И в морозильную камеру. Разумеется, и в морозильную. Сколько примерно ему надо замораживаться? Часа 3-4, да, где-то? Где-то, например, часов 5, скорее. 5, да? Да. Все. Первое готово. Наши формочки для мороженого отлично помогут нам потом, я так понимаю, съесть это мороженое на палочку. Палочкой. А второе, да. Палочкой вниз. Да, палочкой вниз. Воу. Такой вот чудесный получается у нас. Все, ништяк у меня тоже получается. Что ж, я тоже хочу. У нас есть еще одна палочка на вашей выставке. А, смотри-ка. Вообще палочка для мороженого. Георгию тоже понравилось. Естественно. Как можно? Знаете, мороженое такая вещь. Мороженого, да. Скрепляем, да, у нас есть специальные аккуратненькие. Джошка всегда сейчас разольет половину. Смотри, вот я вот зуб даю. Как ты думаешь? Он у него даже руки трясутся. Он даст ему заморозиться. Сейчас пойдет, думает, так его. Ну, мороженое. Не холодное, ну ладно, сейчас. Не особо им надо. Не обжигает, и хорошо. И так, и вниз. Вниз, да. Кажется, я много. Да нормально. Больше. Ну, давай. В носке. Мы тебя сюда запустим. Поверишь, что из этого может получиться. Оп. Смотри-ка. Мороженка. И мы вставляем его сюда. Ага. Скрепляем и получаем такой чудесный вот набор для нас троих на вечер понедельника. Ну, благо, нам не надо следить за фигурами. Есть, если нам тоже не придется. И есть, нам еще не придется. Ну что ж. Это был бум-бум-бум, да? Скажем, что-то хорошее завершение скажем. Подготовиться к 46-й неделе, активно, продуктивно прозвонить ваш лист знакомых, да, чтобы все были готовы к 46-й неделе, чтобы все ждали ваших презентаций, пати, чтобы хостес ваши были готовы поехать в Швейцарию, бились за этот конкурс, активно в нем принимали участие. Обязательно информируйте ваших дистрибьюторов, что у вас есть такая хозяйка, она замечательная, она готова поехать, у нее был такой огромный заказ на презентации. Потом мы получим информацию от региональных менеджеров. И 25 числа мы обязательно разыграем и кастрюли, и поездку в Швейцарию. Три поездки у нас будет от России. Три пары поедут у нас. Что Швейцария — это не единственная поездка.
В самом финале нашей передачи я бы хотел напомнить, что до 48-й недели у нас длится квалификация на поездку наших менеджеров в Орландо. И, естественно, 46-я неделя поможет вам выполнить оставшиеся условия квалификации и стать тем счастливчиком, одним из 200 счастливчиков, которые посетят нашу штаб-квартиру в Флориде, США. Headquarters of Tupperware Brands Corporation. С вами были Алекс, Джордж и Майкл, и увидимся через неделю в бодром понедельнике. Оставайтесь с Tupperware.